Эта встреча, которую проводят послы Европейского Союза с кандидатами в Башкан и Гагаузию, с целью узнать, как идет избирательная кампания, пообщаться. Я считаю, что это очень хорошая практика. Впервые эта практика была в 2006 году, в ноябре месяце, когда все послы Европейского Союза впервые приехали в Гагаузию и встретились с кандидатами в Башкан и Гагаузии в 2006 году. Я абсолютно уверен, что это очень полезная встреча будет. Обращаю внимание на то, что мы оповестили всех кандидатов. Все знают о сегодняшней встрече. С некоторыми я разговаривал персонально. К примеру, с господином Стайноглой я разговаривал персонально. Он меня предупредил, говорит: Михаил Макарович, я буду в это время на встрече. И у него эта встреча была запланирована заранее. Но каждый кандидат прислал того кандидата, которого нет. Он прислал свое доверенное лицо, которое принимает участие в этой встрече. С нашей стороны вся подготовительная работа была сделана на высоком уровне. Пожалуйста, у дипломатов есть возможность задать вопросы, выслушать предложения кандидата в Башкан.